Доброго времени суток, друзья! С вами канал CryptoLords, и сегодня мы продолжаем обзор проекта Oppo Labs. Это третий и заключительный обзор. В нем мы разберем ICO проекта и поговорим немножко о команде, о родмэпе и в целом подведем некоторый итог. Что ж, начнем с разбора сайта. Как вы можете видеть, сайт есть, ну, на русском можно перевести. Презентация, к сожалению, нет на русском, но тем не менее. Вот, здесь на сайте указано количество подписчиков, Facebook, ну, в принципе, вы знаете, сами разберетесь. Все это будет находиться, все ссылки будут в описании. Также, я не говорил в этом в прошлый раз, можно скачать приложение Oppo, для этого ищите его в App Store, либо в Android Store. Вот. Итак, что касательно ICO, разработчики собирают средства в рамках pre-ICO и ICO. При ранней покупке токенов инвесторам доступна более выгодная цена. К оплате принимаются криптовалюты биткоин и эфириум. На первом этапе стоимость Oppo будет составлять 3,5 цента и 5,9 цента на последнем. То есть цена увеличится в два раза. Сбор средств будет окончен 30 сентября 2018 года, после чего команда предоставит полноценную версию приложения для азиатского, европейского и американского рынка. Если вы взглянете на ваши экраны, то можете видеть, что на первом этапе бонус, можно было сказать, аж 43%, начиная с 31 июля. Потом же до 7 августа, буквально до завтра, бонус будет составлять 25%. 10% 21 августа. И когда заканчивается 30 сентября, как и было сказано, все, ну, ИКа, либо до хардкапа, будет стоимость уже без бонуса. Поэтому сейчас еще можно успеть купить по 20% скидкам. Софткап 3 миллиона. Небольшой, хороший софткап. Хардкап 37 миллионов. Тоже вполне. Всего токенов будет 1350 миллионов. Я так понимаю, это миллиард 350 тысяч. Миллиард 350 миллионов, простите. Вот, распределение будет через 400 дней после завершения продажи, то есть где-то 14 октября. Вот. Прогнозируемое распределение токенов 50% уйдет на ICO, 25% команде, 7% будет заморожено, 11% партнеров, 7% вознаграждение. Вот, есть баунти программа, которая также будет хорошо оплачиваться. Здесь можно видеть, что у партнера есть прямо из европейские и азиатские, и тут США, и Россия, и Англия. Вот. О технологии и 5 основных сервисов мы поговорили в прошлый раз. Что касается дорожной карты, то в 2018 году будет доработана полная версия сервиса с рекомендациями по лечению, а также предоставлен новый движок обработки изображений. В 2019 году Oppo Labs хотят расширить свое присутствие на новых рынках, добавить новые функциональные инструменты и интегрировать партнерские программы. Как можете видеть, достаточно подробные ICO, что хорошо, что в первом квартале 2018 года проект уже поработал над бета-версией, что очень хорошо влияет на инвестирование и привлечение инвесторов. Вот сейчас идет ICO, запуск программ продукции, Android-версия для азиатского рынка. Видите, как проект расширяется, он прямо работает на все рынки: западный, наш СНГшный и европейский. То есть восточный, я имею в виду изначально. Вот. Потом будет ICO приложение на рынке США. Партнерская сеть, децентрализованная база данных блокчейн. Как вы видите, до 2019 года и далее идет расширение, продвижение продукта. То есть проект очень плотный. Как мы можем видеть здесь данные рейтинговых агентств. К сожалению, написано рейтинги, но ничего страшного. Что касается команды, над проектом трудится довольно внушительная команда разработчиков. На официальном сайте можно найти более 40 человек.
который занимается продвижением, программным обеспечением и медицинскими вопросами. В команду входят доктора наук, профессора, успешные бизнесмены, опытные специалисты в области дерматологии, а также эксперты по блокчейн. Два человека из Apple Labs прошли проверку с помощью сервиса ICO Case Report. Это значит, что были предоставлены реальные документы подтверждения личности членов проекта. Как вы можете видеть, много людей и по технологиям есть, и по медицинским консультациям, и операционный директор, исполнительный, технический, по маркетингу, по продукту, архитекторы, региональные менеджеры, консультанты по вопросам развития. Очень-очень-очень много. А что самое важное, здесь также есть специалисты по блокчейну, ведь все-таки на технологии блокчейн будет базироваться проект, и такие специалисты есть. Twitter, Instagram, как вы можете видеть, все заполнено, много людей, проект хайповый, и его ждет большое будущее. На этом наша серия обзоров проекта OpLabs заканчивается. Я благодарю вас за внимание, друзья. До скорых встреч в будущих обзорах.